В Самарской области единовременная выплата при заключении контракта о прохождении военной службы составляет 1 миллион 205 тысяч рублей. Подробную информацию можно узнать в Самарском пункте отбора по адресу улица Ленинская, 147. Там специалисты встречают желающих подписать контракт, проводят тестирование, медицинскую комиссию и предоставляют открытую информацию об условиях прохождения военной службы, социальных гарантиях, льготах и компенсации не только для бойца, но и для членов его семьи. Легкое время, я считаю, каждый мужчина должен, ну, так сказать, не просто помочь словами, а должен помочь действиями. Ну, по-другому, я считаю, никак нельзя. Это защита нашей Родины, это естественно. Это не только законно, но это наши моральные, так сказать, устои.